Всем привет! Это Северный Степной Крым. Сегодня у нас 29 уже мая 2021 года. Я только что сено укрывали, чтобы не унесло. У меня мама вот живет здесь рядом, а это брата дом. Так, что вам снять? Железняк начинает зацветать. Вот июньские медоносы, вот это все июньские медоносы. Вот полностью вся степь. Вот это все железняк вот это. Я показывал, вот оттуда снимал от кладбища. Еще отсюда покажу сейчас в каком состоянии. Уже вот-вот зацветет. Вместе с шандрой. Один из основных медоносов и очень ценная лечебная трава. Железняк называется. А вот покажу. Гармала, видите? Вот это гармала растение называется. Тоже личный июньский медонос и пальценос. Кашки уже все отцветают. В маках все. По огородам, видите, сурепка и мак везде растет. Ромашка. А здесь все в чертополохе в этом. Вот оно так вот. Такими цветет, вот этими большими. Железняк, все полностью, вот это все медоносом. Клочками, правда, но ничего. Есть чего пособирать. Всем пока.